Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Озимок. Сегодня хочу показать вам вот такую салфеточку симпатичную или снежинку, может быть, да? Поставить ее на стол, положить, сделать, навязать разного цвета, подарить подружкам, знакомым, родственникам. В преддверии Нового года хочется что-нибудь такое легкое, воздушное, то, что быстро вяжется. И обязательно у всех получится. Давайте смотреть и вязать подарки. Делаем кольцо. И в него наша задача провязать 16 столбиков с одним накидом. Вяжем столбики и считаем. 2. У меня красивая слонимская пряжа белого цвета. Салфетка может быть абсолютно любого. Но тут уже новогоднее настроение, я думаю. На любой новогодний стол будет очень красиво белого цвета. Я выбрала белый. Вяжем любого цвета 16 столбиков с одним накидом. 16 столбиков связали. К первому столбику присоединили. Набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 накида. И в следующий же столбик вяжем столбик с 3 накидами. Пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 накида. И в следующий столбик, столбик с 3 накидами. Нам нужно провязать так 16 раз. Вот цветочек у нас с вами получается красивенький. И смотрите, там, где у нас соединение, мы провязываем 2 воздушные петли, делаем накид. 1, 2, 3, 4, в пятую воздушную петельку вяжем столбик с накидом. Для чего? Для того, чтобы мы оказались ровно по центру вязания. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. В следующую арочку по центру вяжем полустолбик. Смотрите, что делаем. Вот. И вот так вот завершаем, как полустолбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующую арочку по центру. Почти полустолбик. Раз. И потом завершаем вязание. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид и ровно в центр. Так, ниточка тут мешается. У нас же тут 5 петелек, ровно по центру мы с вами вяжем как бы полустолбик. Вот. Вот такие у нас должны арочки получиться красивые. И как мы последнюю провязываем нашу арочку? 2 воздушные петельки набрали. 3 накида, раз, два, три. В третью петлю от начала нам нужно провязать столбик с 3 накидами. Вот. И начинаем вязание. 3 воздушные петли и еще 4 столбика. Всего должно быть 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петельки. 1, 2. И в следующей арочке мы вяжем 5 столбиков с одним накидом. Вот такое вязание у нас будет с вами. Один. 2, 3, 4, 5 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петельки между ними. Вяжем до конца ряда. 5 столбиков связали, 2 воздушные петельки довязываем, присоединяем в самое начало. Теперь смотрите, у нас такой рядочек будет простой. 3 воздушные петли, 4 столбика, которые у нас здесь есть. Их можно, в принципе, даже и не считать. В этом ряду у нас будут просто все столбики, которые есть, мы провязываем, которых нет, в арочку добавляем 3 столбика. 1, 2, 3. Следующий ряд у нас будет таким. Довязали 3 воздушные петли, вернее 2, и 5 столбиков между 3 столбика, 5 столбиков. То есть вот такое вязание у нас с вами следующего ряда будет. Делаем небольшое такое окошко, 2 воздушные петельки и
5 столбиков, которые у нас есть, мы их вяжем. Три, четыре, пять. Арочку, которая у нас здесь есть, мы в одной арочке провязываем 3 столбика через раз, а в следующей арочке мы вяжем воздушные петли, то есть вот это нужно не спутать. Сейчас покажу, как должно получиться. Вот теперь мы вяжем 2 воздушные петли, то есть арочку вяжем точно так же, как она есть, над арочкой, столбики над столбиками. Вот, то есть через раз, смотрите, 2 группы по 5 столбиков мы провязываем, между ними 3 столбика и 2 воздушные петли, арочка над арочкой, потом опять. Вот, то есть вот так вот, такое чередование у нас должно быть в следующем ряду. Довязываем ряд, делаем одну воздушную петельку, в третью воздушную петлю вяжем полустолбик и соединяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель, накид, и в это же самое место нам нужно провязать столбик с одним накидом. Такую вот красивую петельку. 1, 2, 3 воздушные петли, пропускаем 2 столбика, 1, 2, и в третий столбик вяжем столбики. Столбики вяжем до тех пор, пока именно вот в этом месте 2 столбика не останется непровязанным. 2 столбика не провязываем в конце этого сектора нашей салфетки или снежинки. Мне вот напоминает, знаете, как в детстве мы из бумаги и салфеток вырезали снежинки. И вот ассоциация такая же. 2 столбика не довязали, 1, 2, 3 воздушные петли, в самый центр столбик с накидом, 1, 2, 3, 4 воздушные петли, в это же место столбик с одним накидом, 1, 2, 3 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, вяжем столбики. Вот такой у нас будет рядок. Закончили рядок наш красивый. Теперь в арочку вводим крючок и вяжем 9 столбиков с одним накидом. У нас получается 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3 воздушные петли. И точно так же пропускаем 2 столбика, остальные вяжем. И в самом конце 2 столбика не довязываем. Три воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту арочку наш треугольничек вяжем 9 столбиков с одним накидом. Довязали. Такая красота у нас. Идем дальше. Вяжем 1, 2, 3. Это у нас столбик и 2 воздушные петли. Это у нас узор. В каждый столбик мы будем вязать столбик. И между ними 2 воздушные петли. 1, 2. 1, 2. Осталось немножко. Мы сейчас с вами довяжем нашу красивую салфеточку, наш красивенький подарок, и подарим кому-нибудь, может быть, себе на стол, а может быть, родным и близким, подружкам, соседкам по подъезду. Я думаю, что найдем кому сделать небольшой, но приятный подарочек. Вот, обвязали 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И у нас 5 столбиков, 1 пропускаем столбик и вяжем только 3. 1, 2 и 3. Вот. И точно так же продолжаем дальше. 1, 2, 3. В первый столбик вяжем столбик. 2 воздушные петельки с
следующий столбик, вяжем столбик. У нас с вами остался последний рядок. Провязали, соединили в третью воздушную петельку. И теперь в самом центре нашу арочку вяжем столбик. И еще 3 столбика. Из них вяжем пышный столбик. 1, 2, 3 воздушные петли и еще пико. И продолжаем. 1 столбик незаконченный. 2 столбик незаконченный и 3. С общей вершины 3 столбика и пико. 1, 2, 3. Так, 1, 2, 3. Давайте сделаем воздушную петельку между пышными столбиками. А то как-то не очень смотрится, если честно. Давайте так попробуем. 3 столбик пышный провязали вместе. 1, 2, 3 воздушные петельки, пико. И воздушная петля. Так как-то посимпатичнее, правда? Вот. Все время вяжем пышные столбики. Довязываем до этого места. Вот такая красота у нас получается. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. То есть в каждую арочку мы связали по пышному столбику и пико. 3 воздушные петли связали. И там, где у нас 3 столбика, мы просто-напросто их вяжем с общей вершиной. 1, 2 и 3. Вот. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И между столбиками вяжем пышный столбик. Вот это наш последний ряд. Мы его довязываем. И наша салфеточка будет готова. Такая вот красота получится. Вот такая красота получается. Причем буквально за часик можно связать такой подарочек и подарить. Можно себе оставить, можно подарить. Красиво, быстро, просто. Да, схемы у меня, к сожалению, нет. Я вязала тоже по иностранному видео. Мне хотелось связать что-нибудь такое быстренькое и красивое. Мне кажется, удалось. Снежинка, салфетка, небольшой новогодний подарочек готов. Всем приятного просмотра. До новых встреч. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.